Скрытый смысл за картинами в черных тонах показала тюменская художница Марина Лебедева. Отразить современную реальность, отсутствие прозрачности и ясности происходящего художница решила с помощью полотен, красок и кистей. Это естественный способ выражения своих эмоций, моего диалога с миром. Вот. И это настолько просто и очевидно для меня, что я не могу этого не делать. То есть это такой, ну, уже профессиональный, но в целом интимный дневник моих мыслей. Марина Лебедева – член Союза художников России, участник всевозможных выставок от городских до международных. Среди значимых выставок художницы – российско-германский проект «Мосты соединяют». И образование у меня, собственно, дизайнерское. Мне кажется, что мне это помогло в том плане и помогает, чтобы искать конкретные какие-то образы, которые очень быстро и легко считываются людьми. То есть срежиссировать ту мысль, которая мне нужно изобразить не словами, а конкретно визуальным образом. Вот, и поэтому отчасти считаю свои работы таким немножко красивым плакатом, вот, на котором можно написать текст, и будет вообще все здорово. Коллеги Марины отмечают, что ее живопись обладает ярко выраженным индивидуальным почерком, глубоко эмоционально, ассоциативно, а иногда иронично и даже саркастично. С работами Марины из серии «Недореальности» можно познакомиться в музее имени Ивана Словцова.